Ни одного обманутого дольщика не будет. Об этом заявил Шаукат Ахметов на встрече с журналистами. Основной тенденцией на рынке жилья в кризисное время является увеличение объемов строительства при падении объемов сделок. Тем не менее, все строящиеся в Рязанской области жилые дома будут введены в эксплуатацию. Сейчас в области работы по возведению более чем 120 домов ведут свыше 80 застройщиков. Всего к концу года планируется сдать не менее 600 тысяч квадратных метров жилья. Все находящиеся на стадии строительства дома на контроле специально созданной рабочей группы. От каждого застройщика мы получили заверение, что все начатые объекты будут завершены в соответствии со сроками, указанными в договорах долевого участия. То есть все дома, по которым существуют заключенные договора сделки с дольщиками, все обеспечены в установленном порядке проектной смены документации, установленным разрешительной документации, обеспечены финансированием. А для того, чтобы убедиться в этом, мы провели ряд встреч с финансирующими органами, со всеми руководителями крупных банков, которые участвуют в финансировании жилищно-строительства, и получили от них заверение о том, что необходимое количество денежных средств и в бюджетах этих кредитных учреждений тоже существует. Также заместитель председателя правительства отметил, что граждане и сами должны внимательнее относиться к тому проекту, куда вкладывают свои средства. Обязательно нужно внимательно посмотреть все проектные декларации, которые опубликованы в сети интернет у каждой компании-застройщика. Всю информацию надо внимательно изучить. И мы рекомендуем все-таки использовать возможности юридических служб, агентств недвижимости для получения соответствующей консультации, оказания помощи в заключении юридически чистых сделок участия в долевом строительстве.